Плохие дороги, нехватка питьевой и оросительной воды – наиболее актуальные проблемы на селе. Решить все и вместе сложно, однако районные администрации стараются поэтапно решить существующие проблемы. В Цхинвальском районе за последние годы сделано немало. Дороги были проложены во многие села. Питьевой водой обеспечены почти все населенные пункты. Однако обеспечение сел Цхинвальского района водой и дорогами продолжается. Сейчас работники жилищно-коммунального хозяйства приводят в порядок дорогу в селе Нерустов. Планируется укладка брусчатки, затем обсыпка песком и трамбовка дороги. Подобная технология прокладки дорог считается наиболее эффективным вариантом. Работа по улучшению качества дорожной инфраструктуры в районе будет продолжена. Если погодные условия позволят, то до конца года дороги отремонтируют еще в нескольких селах. Планы по улучшению дорог намечены уже на следующий 2022 год. В Цхинвальском районе начнется строительство дорог в селении Кохат и Сатихар. Эльвира Тибилова, Регина Черткова, Алим Бетеев. Информационный выпуск сегодня.